Гороскоп на 26 декабря 2022 года. Для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра. В понедельник добиться успехов Овнам будет нетрудно. Вы многое знаете и умеете, ничего не забываете, часто находите неожиданные способы решения вопросов. Важно не довольствоваться малым, ведь можно достичь действительно важных целей. Подходящий день для того, чтобы обсуждать дела и планы, говорить о работе, бизнесе и учебе. Вы находите людей, которые могут дать хорошие советы, помочь в решении проблем. Вторая половина дня будет насыщенной. Скорее всего, вам придется решать чужие проблемы. Разбираться в непростой ситуации, сложившейся не по вашей вине. Личный гороскоп. Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения, они принесут выгоду. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Овну гороскоп рекомендует больше думать о работе, а не о том, где и с кем он будет встречать Новый год. Тем более, что ваше материальное положение на низкой отметке. В отношениях с близким другом возможна ссора. Наверняка вы сами наговорили лишнего в приватной беседе. Вечер Овну лучше посвятить здоровью, релаксации и уходу за своей внешностью. Гороскоп «Дом» на сегодня. Материальное положение вполне устойчиво. Все, что вы сделали в прошлом и делаете в настоящем, принесет финансовый успех, который позволит спокойно смотреть в будущее. Хорошо делать покупки, подарки. Рекомендуется благотворительность. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Этого года принесет Овнам огромную гордость собой. Вы услышите много похвал от своего руководства и получите материальное вознаграждение за все успешно выполненные задания и проекты. В понедельник, Тельцы, не спешите. Вам нужно успеть многое, но если вы будете слишком торопиться, то допустите ошибки, которые помешают справиться со всеми запланированными делами. Может потребоваться поддержка, и получите вы ее от людей, которые раньше не помогали вам. Совместная работа и общие интересы станут отличным началом для дружеских или романтических отношений. Это подходящий день для того, чтобы рассказать окружающим о том, что вы знаете и умеете. Можно невзначай похвастаться достижениями, показать, что вы на многое способны. Личный гороскоп. Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Постарайтесь ограничить общение. Ваша эмоциональная чувствительность и умение сопереживать другому могут сослужить плохую службу. Не исключено, что любые активные действия приведут к... Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Тельцу не стоит заниматься консолидацией планов на будущее. Сейчас в вашей жизни весьма неопределенный период, поэтому выжидайте и потерпите. В финансовой сфере могут появиться проблески и небольшие поступления денег. Телец отправится за подарками для близких людей, а также купит все нужное для ремонта. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды располагают Тельцов к хорошему настроению. Вероятен энергетический всплеск. Когда вы в приподнятом настроении, то и на самочувствие жалоб нет. Рекомендуется съездить куда-нибудь, навестить друзей и близких родственников. Лучшая профилактическая мера против заболеваний – не расстраиваться по пустякам. Любовный гороскоп на сегодня для Тельцов. Настроение Тельцов в этот день будет очень переменчивым и нервозным. В таком состоянии вы откажетесь нормально выполнять свой служебный долг. С трудом вы дождетесь вечера, чтобы отправиться на предновогоднюю вечеринку. Понедельник у близнецов день будет насыщенным. Но вам придется заниматься чужими делами больше, чем своими собственными, и порой это будет изрядно раздражать. В помощи могут нуждаться люди, к которым вы очень привязаны. Тут, конечно, нельзя ответить отказом. Не исключено, что удачно решатся финансовые вопросы, вы получите деньги из неожиданного источника. Будет шанс сделать выгодные покупки или вложить полученную сумму в дело, которое принесет прибыль. В конце дня
вероятны хорошие новости и приятные романтические сюрпризы. Личный гороскоп. Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для вашей карьеры. Изменений в финансовой сфере не предвидится, несмотря на вашу возросшую деловитость. Решительно беритесь за новое дело, и вы сможете успешно довести его до конца. Не исключено, что денег оно не принесет, однако положительно скажется на авторитете. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецам не стоит стремиться во всем быть первым. Вряд ли такое положение окажется выгодным для вас. Тщательно проверяйте и подписывайте документы, связанные с куплей-продажей или наследством. Гороскоп предсказывает близнецам небезобидную ситуацию, которая сложится в личной жизни. Впредь будьте осторожнее с признаниями и предложениями. Гороскоп «Дом» на сегодня. Во взаимоотношениях супругов, родителей с детьми, вероятно, недопонимание. Многие будут сильно разочарованы друг другом. Если вы объясните своей второй половине свое поведение, то возможно примирение. Следует быть более внимательным к близким и следить за тем, чтобы не обидеть их словом. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. В жизни близнецов сегодня произойдет много приятных событий. Главным из них станет встреча, которая перевернет ваш привычный уклад. До Нового года вы и ваша зазноба вполне успеете и ближе узнать друг друга, и начать страстный роман. В понедельник день отлично подходит для работы и других полезных дел. Вы беспокоитесь не только о собственных интересах, но и о чужих, часто помогаете окружающим, заботитесь о том, кто в этом нуждается. Возможны неожиданные предложения, приняв которые, вы сможете значительно увеличить свои доходы или подняться по карьерной лестнице. Свободного времени будет меньше, чем обычно. Скорее всего, какие-то запланированные развлечения придется отложить. Не стоит переносить романтические свидания. Для них день очень благоприятен, и обидно было бы этим не воспользоваться. Личный гороскоп. В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за что-нибудь новенькое. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В отношениях с близкими все останется по-прежнему. Остерегайтесь романтических приключений, они могут иметь нежелательные последствия. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рак. Раку нужно быть максимально тактичным в общении с людьми. Иначе вы угодите в такую неприятную историю, из которой выпутаться будет нелегко. Меньше суетитесь и доверьте интуиции. Новые знакомства подарят Раку ощущение уверенности в себе и собственной внешности. Давно вы мечтали услышать такие искренние комплименты. Гороскоп «Дом» на сегодня. В рождественские каникулы стоит выбраться к родственникам, живущим в другом городе. Эта поездка подарит вам яркие впечатления. Будьте готовы к тому, что после каникул придется сразу включаться в работу. На службе ожидаются нововведения, к которым придется привыкать. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Внутренний покой раков в этот день будет сильно омрачен непонятными страхами. Если вы без промедления не найдете в числе своих родственников и друзей подходящего исповедника, эти тягостные мысли о жизни станут для вас причиной нервного срыва. В понедельник у Льва отличный день для того, чтобы обдумать планы на будущее и обсудить их с людьми, которым вы доверяете. Интуиция подсказывает вам, как могут развиваться события и что нужно сделать, чтобы извлечь из происходящего максимум пользы. Не исключено, что придется неожиданно отправиться в деловые поездки. Сложатся они очень удачно, в результате у вас появятся новые союзники. Не теряйте голову из-за нового увлечения. Сейчас лучше сохранять хладнокровие и рассуждать здраво. Личный гороскоп. Один из чистых дней. Вероятны гармоничные семейные отношения, радость и взаимное удовлетворение между влюбленными, согласие между партнерами. Удачный день для восхождения по служебной лестнице. Общение с посторонними не должно идти дальше нейтральных тем. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Гороскоп советует Льву заняться творчеством или искусством. Физическая работа не принесет желаемых результатов, поэтому отложите ее в сторону. Возможны небольшие проблемы со здоровьем,
Поэтому чаще измеряйте давление и делайте перерывы на отдых. Денежные траты Льва будут связаны с детьми, учебой и хозяйственными вопросами. Гороскоп Дом на сегодня. День хорош для доброго семейного общения, дружеских посиделок, примирения и искреннего прощения. Отличный момент для обустройства домашнего очага. Хозяйственные хлопоты в радость. Покупки и подарки приведут домочадцев и друзей в восторг. Посвятите день семье, друзьям. Хорошо встретиться за праздничным столом. Не забудьте поздравить родственников. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Львы проведут в бесконечных разъездах. Время, проведенное в пути, подарит вам много новых знакомств, а также возможность еще раз убедиться, что путешествовать – это очень хорошо, но находиться дома значительно лучше. В понедельник – отличный день для общения, обсуждения и решения сложных вопросов. Пользуясь своими дипломатическими талантами, вы можете кого угодно убедить в чем угодно, причем сделать это удастся довольно быстро. Будет шанс найти новых союзников, которые будут во многом помогать вам, возьмут на себя часть новых забот. Вероятны денежные поступления, в том числе значительные. Расходы, правда, тоже будут велики. Не исключено, что нужно будет купить какую-то бытовую технику или мебель, другие вещи для дома. Личный гороскоп. Ваша активность на работе непременно привлечет внимание начальства и сослуживцев. Удачный день для карьеры. Не оставляйте без внимания новые предложения начальства и коллег. Если хорошо продумаете свои действия, в скором будущем вас ждет успех. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Дева. Деве захочется уважения и признания в свою честь. Конечно же, вы успешно справились с работой, но начальство постоянно кормит вас обещаниями о премии. Если вы давно хотели уволиться и найти другую работу, то дерзайте. Главное, чтобы Дева не рассказывала о своих планах никому, кроме родственников. Гороскоп «Дом» на сегодня. Общение с друзьями и родственниками позволит вам поделиться с ними накопленным опытом. Параллельно с этим в вашей жизни могут появиться люди, которые будут способствовать вашему развитию и укреплению социального положения. Поддерживайте оба процесса, и вы окажетесь в выигрыше. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Девам сегодня следует избегать крайностей в своем поведении. Излишняя доверчивость по отношению к окружающим может сделать вас пешкой в чьих-то хитрых руках, а ваша чрезмерная замкнутость окажется причиной полной изоляции от общества. В понедельник – подходящий день для того, чтобы фантазировать, мечтать и просто думать о будущем. Заниматься текущими делами у вас получается хуже, чем строить смелые планы. Решать привычные задачи, скучно обсуждать с коллегами рабочие вопросы, тем более. Зато там, где требуется творческий подход, вы чувствуете себя как рыба в воде. Личные отношения складываются гармонично, в них возможны заметные перемены к лучшему. Вы найдете общий язык с человеком, с которым прежде не ладили, сможете помириться с теми, с кем были в ссоре. Личный гороскоп. День накопления информации и планирования новых дел. Не исключены интересные предложения со стороны руководства, получение вознаграждения, претворение в жизнь самых необычных и сокровенных желаний. Творческим людям будет сопутствовать вдохновение и успех. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. В личной жизни Весам следует отыскать золотую серединку. Иначе вы с избранником постоянно тащите одеяло на себя, а не прислушиваетесь друг к другу. Гороскоп рекомендует больше времени и энергии уделять интеллектуальному труду, а не физическому. Вечером Весов пригласит на деловую встречу давний партнер по бизнесу. Гороскоп «Дом» на сегодня. Не исключено, что близкого человека вы станете понимать с полуслова, вам ничего не стоит построить рай в шалаше. Вы узнаете секреты своих детей и сумеете дать им разумные советы. Не давайте волю эмоциям, избегайте перемен настроения, которые способны помешать взаимопониманию. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Весы сегодня будут с большим оптимизмом смотреть в будущее. Даже малейший повод для радости, полученный в этот день, сможет вызвать у вас стойкое чувство, что неприятности в вашей судьбе наконец полностью завершились. В понедельник для Скорпиона
день проходит легко и приятно. Может потребоваться помощь, и вы легко найдете людей, которые смогут оказать ее. Важно не оставаться в долгу. Поторопитесь оказать ответные услуги или, по крайней мере, выразить свою благодарность. Вероятно, неожиданные денежные поступления. Это будет очень кстати, поскольку день отлично подходит для покупок. Очень острым будет деловое чутье, даже у тех, кто прежде никогда не занимался коммерческой деятельностью. Так что не бойтесь заключать сделки, они будут выгодными. Личный гороскоп. Критический день, будьте осторожны и приготовьтесь к защите своих интересов и мнений. Откажитесь в этот день от сложных и важных дел. Не назначайте никаких деловых встреч. Возможны события, которые сильно повредят вашей репутации. Вам необходимо окончательно разобраться в отношениях с людьми, от которых вы зависите в той или иной степени. Во второй половине назревает конфликтная ситуация с детьми. Вам необходимо проявить свою мудрость и терпение. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Честолюбие – неплохая черта характера, но сегодня она может Скорпиону только навредить. В коллективе старайтесь быть общительнее и добрее, иначе придется трудиться в одиночку. Скорпиона ждет неожиданная встреча с человеком, в которого он моментально влюбится. Если вы свободны от брачных уз, то смело завязывайте знакомство. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятны инфекционные заболевания органов дыхания и полости рта. Запущенная ангина может дать осложнение на сердце. Если заболело горло, немедленно ложитесь в постель с согревающим компрессом на шее. Рекомендуется полоскание горла раствором с эвкалиптом, шалфеем, ромашкой. Вас могут успокаивать голубые и розовые цвета, а ярко-оранжевые и красные тона вызовут нервозность и беспокойство. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Успех скорпионов зависит от качества информации, полученной по тому или иному вопросу. Все сведения, которые окажутся у вас на руках, необходимо многократно проверить и только затем делать их достоянием общественности. В понедельник стрельцам многое дается проще, чем обычно. Возможны неожиданные события, сюрпризы. Но вы не растеряетесь в новой ситуации, поймете, как нужно поступить, быстро найдете путь к цели. Окружающие интересуются вашими делами больше, чем обычно. Кто-то при этом ведет себя не слишком деликатно, но вас это ничуть не расстраивает. Любые оздоровительные и профилактические процедуры сегодня особенно эффективны. Занятия спортом и активный отдых позволят вам почувствовать себя гораздо бодрее, подарят заряд энергии. Личный гороскоп. Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждение или организации. Доведите начатое дело до победного конца. Ваша активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. Сегодня вы вполне можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность некоторого улучшения финансового положения, выигрыша, находки или подарка. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, не только разнообразит вашу жизнь и изменит материальное положение, но и подарит новых друзей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Стрелец». Гороскоп советует Стрельцу вести себя скромнее в обществе высокопоставленных личностей. Не стоит говорить людям все то, что вам хочется. К работе следует подойти аккуратно и дотошно, тогда в конце месяца получите не только зарплату, но и хорошую премию. Самочувствие у Стрельца оставляет желать лучшего, поэтому вечером раньше отправляйтесь спать. Гороскоп «Дом» на сегодня. Во многом благодаря помощи с неожиданной стороны, от незнакомых ранее людей и новых связей, из дальних стран, а также успеху прошлой деятельности, многие Стрельцы вновь будут вовлечены в яркую жизненную карусель. Держитесь подальше от людей, которые попытаются умалять ваше достоинство. Маленькие люди всегда так делают. Но действительно великие люди заставляют вас чувствовать, что вы также можете стать великим. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцы сегодня смогут отыскать золотую середину между своими желаниями и возможностями. Вам действительно удастся приобрести подарки для всех своих родственников и друзей, но только чуть дешевле, чем вы изначально планировали.
В понедельник многое получается у вас лучше, чем обычно. Часто добиться успеха совсем не трудно. Но это не значит, что можно просто плыть по течению. Чтобы извлечь максимум пользы из сложившихся обстоятельств, потребуется изобретательность и фантазия, а в некоторых случаях еще и готовность пойти на риск. День обещает новые знакомства, встречи с людьми, совсем не похожими на тех, кого вы знали раньше. Неожиданное совпадение может положить начало большим переменам, которым вы будете очень рады. Личный гороскоп. Удачный день для карьеры, установления деловых отношений с влиятельными людьми, обращение к начальству, ваша активность на работе непременно принесет весомые результаты. Если хорошо продумаете свои действия, в скором будущем вас ждет успех. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Козерог получит деньги, но со значительной задержкой и не в том количестве, на которое рассчитывал. Друг раскроет вам секрет, касающийся его личных взаимоотношений с возлюбленным. Главное, не делитесь слышанной информацией с другими людьми. Вечером Козерог встретит человека, с которым давно не виделся. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день порадует искренними и теплыми отношениями между супругами. Воспользуйтесь предновогодней неделей, чтобы собрать всех, кого вы любите, у себя дома. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козерогам сегодня не стоит отвлекаться от мелочей в погоне за главным. Вторая половинка только тогда поддержит ваш проект новогодних торжеств, когда вы дадите ей полную гарантию в том, что она получит свой заветный подарок. В понедельник у Водолея все противоречиво, неоднозначно и непросто, но жаловаться вы едва ли станете. Вам интересно распутывать паутину событий, разбираться, почему все складывается так, а не иначе. Многие водолеи в этот день получат какие-то важные жизненные уроки, научатся тому, что вскоре пригодится. День благоприятен для знакомств. Вы встречаете людей, с которыми приятно и интересно будет иметь дело. Со временем они станут настоящими друзьями. Не исключены романтические увлечения, новые отношения вскоре начнут играть в вашей жизни важную роль. Личный гороскоп. Пассивный, тяжелый день. Жизненный потенциал снижается. Звезды не рекомендуют сегодня заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Водолею в этот день нежелательно тратить деньги, особенно на бесполезные покупки. Будьте экономнее, тогда к праздникам накопите хорошую сумму. Гороскоп советует налаживать деловые связи, оформлять документы и заниматься ремонтом. Если планы Водолея связаны с поездкой за границу, то их реализацию следует перенести на другой месяц. Гороскоп «Дом» на сегодня. В личной жизни, скорее всего, произойдут добрые перемены. Ваш избранник произведет приятное впечатление на членов вашей семьи и сумеет найти общий язык с друзьями. Не исключено, что разведенные супруги сделают вторую попытку устроить семейную жизнь. Учтите, что любое действие, направленное на созидание, будет поддержано небесами. Любовный гороскоп на сегодня для водолеев. Рабочий день водолеев сегодня завершится значительно раньше, чем обычно. Начальство еще до полудня предложит вам и коллегам закончить дела, чтобы направить все усилия на подготовку к веселому корпоративу. В понедельник рыбам сделать нужно будет многое, причем новые задачи будут появляться неожиданно. Следовать плану, составленному раньше, едва и удастся. Уж слишком много сюрпризов преподносит этот день. Но вы быстро ориентируетесь в новых обстоятельствах, не теряйтесь, принимайте правильные решения. На интуицию можно полагаться практически во всем. Не исключены неожиданные предложения, касающиеся работы или бизнеса. Прежде чем связывать себя какими-то обязательствами, соберите максимум информации и обдумайте все как следует. Личный гороскоп. День перемен и трансформаций. Многие рыбы будут вынуждены пересмотреть планы на будущее. Успех в делах заставит долго себя ждать. Не полагайтесь на волю случая. Действуйте энергично и целенаправленно.
Вероятно, что отношения с вышестоящими людьми, от которых зависит ваше положение, изменятся в худшую сторону по независящим от вас причинам. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Рыбы. Рыбы будут так сильно переживать за свою репутацию, что даже из дома не захотят выйти. Хотя это не выход из сложившейся ситуации. Те, кто к вам хорошо относился, не изменят своего мнения. У рыб в семье возможно рождение ребенка. Сюрпризов и неожиданностей будет немало, а вот насчет перевода денег придется поволноваться. Гороскоп «Дом» на сегодня. Этот день благоприятен для любовных и дружеских отношений. Благодаря особому душевному настрою, рыбы будут способны понимать близких без слов, что изменит к лучшему контакты с домочадцами. Удовольствие доставит общение с прекрасным. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Рыбы сегодня сосредоточатся на решении семейных проблем. Ваша помощь потребуется сразу всем, и детям, и престарелым родственникам. Будьте готовы, что сегодняшний день пройдет для вас в трудах и волнениях. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!